Вернемся к событиям в нашей стране. Указ о дебюрократизации деятельности госаппарата должен сделать его работу более эффективной и оперативной. По мнению экспертов, главная миссия документа – преодолеть любые формы бюрократизма, усилить защиту конституционных прав казахстанцев. Об этом сегодня говорили на диалоговой площадке Талхлау, которую организовала партия «Аманат». Участие в ней принял госсекретарь. Тема встречи – «Вторая республика. Обновление государственной модели». По словам Ерлана Карина, переход ко Второй республике состоится после реализации всех президентских инициатив, предполагающих изменения в Конституцию. А это значит, что в стране изменится модель госуправления. Новый Казахстан – это более широкая идеологема, которая предполагает собой более такую содержательную, качественную общественную трансформацию. Тогда как Вторая республика – это изменение уже государственной модели. То есть в первом случае это содержательный процесс, во втором случае, когда мы говорим о Второй республике, это институциональный процесс. Трансформация в целом политической системы началась с партии «Аманат». 16 марта состоялось послание. И ранее были приняты 4 пакета политических реформ. Это является началом трансформации всей политической системы страны. Поэтому наши депутаты уже активно проводят эту работу по строительству нового Казахстана и институциональной базы Второй Республики.